Канализационный кошмар. В подвалы нескольких пятиэтажек по улице 2-й Кавказский тупик в Заводском районе без сапог и противогаза спуститься невозможно. Уже несколько лет сюда сливаются канализационные нечистоты. Стены многоэтажек рушатся на глазах, а в квартирах жителей весь год летают комары. Как люди выживают в таких условиях, посмотрела наша съемочная группа. Слесаря приходят, и ну раз я им дверь открыла, они пугаются. С закладками из газетной бумаги пенсионерка протыкает щели входной двери. Такие непростые для пожилого человека действия ветеран труда Галина Яковлевна проделывает несколько раз в день. Причина – запах канализационных нечистот. Женщина живет на первом этаже прямо над подвалом. Оттуда в ее квартиру и поступает невыносимый запах. От холода я от вони с подвала. Водила сразу убивает. Это дом напротив, по улице 2-й, Кавказский тупик. Зайти в него без противогаза тоже невозможно. Раньше в этом подвале жители хранили овощи и зимние заготовки. Теперь они остались без хранилища. Уровень канализационных нечистот здесь превышает 1,5 метра. Если сюда спуститься, то можно уйти практически с головой. Запах канализационных нечистот стоит не только в подъезде, но и проникает в квартиры жителей. Стены покрыты плесенью, а постоянные сырость и конденсат не раз приводили к возгоранию проводки. Когда холодно, от этого конденсата и замыкания, и все что угодно. Подвал горел уже от этого. Не знаю даже, что и делать. Никто никаких мер не принимает. Уже 12 лет жители живут в антисанитарных условиях. Всему виной бесхозная транзитная канализационная труба. Все попытки найти ведомство, обслуживающее ее, не увенчались успехом. Жилищно-коммунальная инспекция уже не раз получала жалобы от граждан. На сегодняшний день последняя проверка по этому дому нами была проведена в сентябре, а точнее 15 сентября 2014 года. В очередной раз установлено, что наши предписания не исполнены и подвал затоплен. Руководитель управляющей организации «Континент-2011» был привлечен к административной ответственности за неисполнение предписания и выдано новое предписание, срок его исполнения 18 ноября. В управляющей компании «Континент-2011» утверждают, что свою работу они выполняют исправно. Старые трубы в подвале своевременно заменили на новые, а за забитые канализационные колодцы, как и за транзитные трубы, они не отвечают. Когда эти дома строились, по ним проходили технические каналы, в которых расположены коммуникации, скажем так, не одного дома, а нескольких домов, скажем так. Вот. И в данный момент по этим каналам также проходят транзитные сети, которые не стоят ни у кого на балансе. В данный момент у нас находится в арбитражном суде рассмотрение дела о принятии на баланс с администрации города Саратова, о принятии на баланс данных вот бесхозных сетей. Согласно предписанию жилищной инспекции, до 18 ноября управляющая компания должна полностью осушить подвал дома номер 4. К тому времени закончится судебное разбирательство о том, кто должен обслуживать транзитную трубу. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.